Всем привет, дорогие друзья, с вами Яков Настасич Дядя, и как вы видите, я снимаю новые выпуски про год в Майнкрафте уже в полном формате, уже без панели задач и то есть без заголовка окна типа Майнкрафта 1.12.2. И как вы видите, друзья, я научился уже использовать уже горячие комбинации клавиш в Пантикама, в общем. Как вы видите, все чисто вот так вот. И руки свободные. И, в общем, руки свободные, нету мелочей, в общем. Надо, друзья, в общем, сегодняшнее обновление. Это у нас сеть магазинов Элита, уже в полном формате, отдельно от торгового центра. И трехэтажки, вон. Давайте начнем с магазина Элита. Кстати, друзья, вот значит, окраска получилась только черно-желтая, вот такая, как пчелка. Ну, вот такая вот получилась. Ну что ж, друзья, давайте посетим ее. Так, здесь у нас вот тут камера хранения, то есть, типа, можно положить свои вещи. Так, дальше у нас кассы вот такие вот, хотя я не считал, сколько касс. Ну, можно вот здесь посмотреть. Да, вот сейчас 7 касс у нас. Прохода, то есть, выхода без покупок пока что нету, но... Только через кассу. Так, вот. Так, у нас вот такие полочки у нас все. Тем более, камера хранения. То есть, так сказать. Типа, как камера, типа... забыл, морозилка. Да, типа что-то вроде того. Морозильные камеры отсутствуют, в общем, боксы. И здесь у нас такой вот склад. Ну-ка. Вот у нас такой вот склад вот. И вот вся фишка, вот рельс стоит. Ну, бывает такое. Так, вот у нас вот так вот надпись Элита на крыше вон. Так вот. Кстати, владелец этого проекта Роман Калин, тот же Айдаху, в общем, поздравляю тебя с... Там второй магазин Элита в Яковлевске. В общем, еще один будет магазин, но уже будет на проспекте Сашиновского. Ну и последний апгрейд у нас уже трехэтажки, в общем. Вот. Так вот, каждый подъезд такой вот. И там есть мусоропровод, то есть, как для бомжа Валеры. Так, вот у нас вот по 3 квартиры, так вот. Ну, типа, что там трехэтажный, каждый подъезд по 9 квартир, там по одной кровати. Вот так вот выглядит коридор, тем более эконом-класс. Так вот, гостиная выглядит, тем более темновато, в общем. Надо врубить бы день. Вот. Вот гостиная, кровать, проигрыватель, книжечки и столик. Ну и кухня такая маленькая получилась. Сырая, к сожалению. Потому что это трехэтажка. Это была эта трехэтажечка и, в общем, сантехника, увы, тоже отсутствует. Реально, конечно. А вот это уже чуть более побольше уже. Побольше места. Вот здесь вот побольше, здесь двухкомнатная. С сундучком, хотя... Да-да-да, там две квартиры, два жильца, то есть два жильца в одной квартире, ну, как сказать, уже, ой, как сказать, в комнате, и еще два жителя в другой комнате. Ну, а здесь у нас такая вот кухня, уже побольше такая вот, ну, знаете, вот только вот раковина, и опять сантехники нет. Я имею в виду ванная с туалетом. Ну и в принципе вот все у нас на этом. На сегодня все на этом выпуске. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки. Пишите идеи, что еще построить в моем городе Яковлевске в Майнкрафте. А также не забывайте мне писать, что еще построить в СССР в Майнкрафте. В общем, там уже давно нету выпусков про СССР в Майнкрафте, так что ждите, в общем, будет новый выпуск. Короче, с вами был Яков 2001. Всем пока!
уже начинает виснуть уже. Черт побери, 14 FPS уже стало. Ну ладно, фиг с ним. Короче, я все равно попрощался с вами, в общем. Пока.